Дмитрий Калинин, директор по развитию бизнеса завод «Гидрогаз». На сегодня завод «Гидрогаз» – это производитель полного цикла нефтяного и химического оборудования. Основная линейка представлена центробежными насосами герметичного типа, насосами с уплотнениями, в том числе по американским стандартам IP610. Также представлена линейка запорно-регулирующей арматуры и установки водоподготовки. Основной упор мы делаем на безопасность и повышение ресурса оборудования. В части безопасности мы освоили линейку герметичных насосов, которые позволяют транспортировать опасные пожаро-взрывоопасные продукты, токсичные, первый-второй класс опасности, без утечек, испарений, что снижает воздействие на окружающую среду негативное и отвечает современным требованиям безопасности труда. В России мы, скажем так, лидеры в создании, разработке насоса герметичного типа, который не уступает аналогам с США, Европы и некоторых образцов Азии. Работаем с основными вертикальными холдингами России в нефтехимии. Это «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Сибур». Участвуем в проектах, в том числе с EPC-контракторами. По онлайн-формату мы слушали несколько докладов, достаточно интересных, да, касающихся безопасности в отрасли, цифровизации. Конечно, были интересные личные контакты. Работой нашего менеджера мы довольны. Валерия проявляла активность, мы с ней постоянно взаимодействовали по телефонной связи, личные контакты. Очень много компаний, которые в будущем, возможно, будут нашими партнерами, и мы будем им полезны. Мы здесь подчеркнули и обменялись контактами для будущих взаимодействия.